что, мы их просто отпустим? Это твои слова или ее? Если бы убили одного из нас, Джоэл был бы уже на полпути к Сиэтлу. Вашингтонский освободительный фронт. Ты сказал, это было на нашивках. Я завтра ухожу. Если хочешь, со мной пойдем. Просто зашел. Люди, знаешь, только все и говорят, какая ты классная и как здорово ты им помогаешь. Мы с Томми недавно выбирались прокатиться, и он рассказал мне шутку. Я хотел рассказать тебе. Мария хочет, чтобы ты поела. Если захватим всех, кто нам нужен, чтобы справиться, Джексон останется без защиты. А если снова нападут охотники, никто не хочет этого. Мария, я ушел в Сиэтл. Хотел бы не уходить, но не могу. Эти люди должны понести наказание. Элли попытается пойти за мной, останови ее. Отбери пушки, запри лошадей и ее запри. Выиграй для меня немного времени. Люблю тебя, Томми. Контакт отошел у антенны. Они побывали в школе. Этот парень, Оуэн, взял и исчез. Из зоны 2 много передают, видимо, у них там база. У тебя после моего ухода та еще ночка была. Я вообще-то о твоей ссоре с Сетом. Ты целовалась с Диной? Да я прикалываюсь. Мне все равно. Одевайся. Ужасно то, что ты сделала. Привет. Я разговаривала. Ты где пропадал? На него похоже. Я думала, ты отговорила его уходить. Да нет, никакой игры. Что, прямо сейчас? Ага. Кто на этот раз? Та с кухни? Привет. Что тебе такое снилось? Опять странно скрипела зубами. Хватай вещи, покажу тебе кое-что. Не бойся. Док, привели ту девочку, про которую говорила Марлин. Ее нашли в тоннелях. На руке старый след от укуса. Но заражения нет. Не хочу сидеть без дела просто так. А почему Оуэн должен решать? Надо забрать Элис по дороге. Да я меняла Яре повязки. Лев не хочет уходить из Сиэтла. Оуэн пригласил их отправиться в Санта-Барбару. Что угодно, только помогите, пожалуйста. Лучше, чем была утром. Конечно. Поможешь мне его поискать? Он очень взвинчен. Он убежал туда. Можно заключить перемирие, но опять какой-нибудь урод с их стороны или с нашей стороны все запорит. Нет, надо убрать их всех. Через пару дней будет буря. Она послужит нам прикрытием. Тише, я тебя повсюду искал. Нас вызвали. Отправят на передовую. Собирайся. Спасибо, что уступил вчера комнату. Ну, она чересчур увлечена работой. Все уши мне прожужжало с этой бурей. Не знаю. А что с ним случилось? Не ты же будешь его лечить? Боже. Почти все припасы уже упаковали и увезли. Мы не зачистили нижние этажи. Да, наверное, но там те еще дебри. Поедешь с нами в Серевину? В отеле и школе объявлена эвакуация. Заберем вещи и отвезем людей обратно на базу. Представляешь, после всего, что было, мы просто отступим. По крайней мере, хоть Лия пораньше вернется с телестанции. Да будет смерть быстрой. Джордан, тебе сказали искать вторую. Почему ты здесь? Да, но я только что говорил с ним по рации. У нас новый приказ. Убивать нарушителей. Ты видел, что она сделала? Как будто я все понимаю. Нет, я хочу разработать вакцину, которая спасет миллионы жизней. Сколько цикад уже погибло. Прошу тебя, так надо. Это ребенок, а не чашка, Петри. И ты готов ее умертвить? Ты спрашиваешь меня? Или ты уже все для себя решил? А если бы это была Эбби? Будь это твоя дочь, что бы ты сделал? Элли, вчера я выпил лишнего. Я хочу сказать прости. Мария сказала, вы с Диной идете в патруль. Сделал вам сэндвичи с говядиной. Но будьте осторожны.